Всем привет! С вами я, Алексей, и мой канал обзор товаров из Китая. Друзья, сегодня у нас посылочка с сайта TomTop. И почему такая маленькая, удивитесь вы? А я не знаю. Вот такая вот маленькая. Оценена в $1, 108 грамм. Написано «Плеер». Пришла за 26 дней, 5 дней на белорусской таможне. И здесь хай-фай модный супер-пупер «Плеер» X-Duo X2. По-моему, он так называется. X-Duo. X-Duo. Не знаю, у нас в Беларуси эти плеера продаются, я знаю, ну, там, на всяких этих. И люди довольны, говорят, маленький, хорошенький, там, валит. Так, тыщ, валит нормально, долбит нормально, диджитал, все дела. Так, достаем. Обычный пакетик. Цена плеера около $50, где-то так. Заходите на TomTop и смотрите. И что же, смотрим на коробочку. X-Duo Audio, да? X2 Digital Audio Player. Флаг API. WAV, MA, MP3. Так, что у нас здесь? Просто X2. Здесь то же самое. И на задней стороне характеристики. Micro-USB кабель, user manual card. Вот тут можете посмотреть еще характеристики тут всякие, что тут у нас, омы, килогерцы, еще одни вот какие читает, ну все, и вообще, в принципе, вот такая вот еще инфа. OLED screen. Так, ну что, что мы коробку-то рассматриваем, давайте-ка доставим. Ну, единственный минус, ну как бы сказать, минус, наверное, не минус, может, в том, что у него нет своей памяти. По-моему, у него нет своей памяти. Так, коробочка, ну, коробочка простая, как, я не знаю, но главное содержимое, главное, чтобы он хорошо работал, чтобы он все был. Так, модель, это, наверное, у нас гарантийник, да, там адрес, фон, X-Duo Audio, даже сайт у них есть, молодцы. Так, теперь цветной user manual, на каком языке? На английском, у нас тут все рассказывается, смотрите, чик-чик. Другая сторона уже на китайском, ну тут побыстрее просто посмотрите, вот, много кнопок, что-то тут все. Так, сам плеерок наш, отлично, плеерок и кабели USB, micro USB в комплекте для зарядки и в принципе для скидывания наших треков и песен. Где там я? Привет! Подмигнуть. Молодцы, это вам подмигнул. Так, ну что, сам плеер компактный, маленький, X2, хайт что-то там, music player, здесь еще вот сайт, все дела, вот посмотрите, вот такой весь металлический, снизу у нас, вот видите, разъем для наушников, что у нас с этой стороны, нарисовано, вот флешечка вставляется, резет, micro USB для зарядки, и по разъему, в принципе, все. Здесь вот на болтах сидит все, и вот сам плеер. Полностью металл. Кнопки тоже все металлические. Ну, по сборке ничего не скажу, все отлично. Просто такой цельный. Очень легкий. Он, по-моему, 50 грамм весит. Экранчик у нас 1 дюйм. И давайте-ка попробуем его включить. Говорят, что за свою цену отличный звук. Минус там разные. Минусы ему приписывают. То, что нету клипсы на одежду. Кто-то говорит, нету радио. Кто-то говорит, что нету своей памяти, это минус. И, в принципе, сейчас он нам сказал, что у меня не стоит флеш-карточка, и типа, пошел ты вон. Ставь мне карту, крутые уши и играй полностью. Вот такой вот у нас плеерок. Пойду, друзья, ставлю я туда свою флешечку, скину немножко треков, посмотрим. Наушники, конечно, у меня только такие, но я думаю, что то потом будет подробный обзор, я скажу, сколько по времени хватает и вообще, в принципе, хороший ли плеер. По кнопочкам управления можете посмотреть, что вперед, там, назад, громкость, еще вот кнопка и меню. Минимальные настройки, думаю, что плеер отличный. Пойду слушать. Итак, я снова тут и я готов поделиться своим первым мнением об этом плеере. Слушал я в своих наушниках от OnePlus. Понятное дело, что они не смогли прокачать этот плеер. Звучит. Сильной разницы от смарта и от плеера я не заметил. Скинул сюда флаг, скинул сюда MP3 320. Что я скидывал? Скидывал
фолк метал, так, песенку, потом там Lwaits, если кто знает, потом я скинул Daft Punk, Gorillaz и Deadwood. В общем, короче, разницы никакой не заметил. Чтобы заметить разницу, я понимаю, что нужно. Нужно идти к Паше, к моему другу, и Xiaomi пробовать, Xiaomi наушники, потому что это хай-фай звук, в принципе. И что еще? Есть, друзья, есть русский язык. Вы понимаете? Есть русский язык. Все отлично, блокируется. В общем, все будет в подробном обзоре, флешечку вставил. И первый минус, который мне сразу, как бы так сказать, кинулся, бросился в глаза, это неприятное нажатие вот этой центральной кнопки. То есть, когда нажимаешь на кнопку, то она так иногда неприятно щелкивается. И, в принципе, это весь минус. А так, сборка отличная, друзья. Вот такой сегодня у нас обзор-распаковка. Спасибо за внимание. Слушайте качественную музыку. Так, спасибо еще раз за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте. Пока, друзья. Всего вам доброго. Всем пока.